В этом году в поселке Горшково появится новая детская площадка, построенная за счет средств из местного бюджета. Обустраивать площадку будут на территории между домами номер 9 и 26. Старые игровые элементы демонтируют. Вместо них появятся новые, отвечающие всем современным требованиям безопасности. Какие именно малоархитектурные формы должны быть установлены на этой детской площадке, глава Дмитровского округа Илья Поначевный предложил выбрать жителям поселка Горшково на общем собрании. Как отметил глава, новая площадка – это не только новые игровые элементы, но и современное прорезиненное покрытие, ограждение и лавочки. Сергей Колков, заместитель главы администрации округа, рассказал, что кроме новой детской площадки, в этом году здесь будет положен и новый асфальт по программе «Комплексное благоустройство. Асфальт во дворах». Жители сразу же попросили главу округа Илью Поначевного рассмотреть возможность на новое асфальтовое покрытие установить так называемые лежачие полицейские. Мимо этих домов идет сквозной проезд, и не все водители соблюдают скоростной режим. Илья Поначевный на просьбу жителей дал положительный ответ, отметив, что безопасность детей превыше всего. Надо сказать, что в этом году, кроме программ по строительству новой детской площадки и укладки нового асфальта, здесь будет реализована программа «Народная тропа». Тропа будет проложена через поле и даст возможность комфортного прохода от Горшковской школы к жилым домам.